В прошлой встрече нижегородского старта и Ак-Барс Динамо победа была на стороне команды Андрея Бегунова. С настроем на реванш уже казанцы приезжают на стадион «Труд». Старт выходит на лед вновь без своего капитана Дениса Каткова. По словам тренерского штаба, Денис выбыл до конца сезона, и роль капитана сейчас исполняет Алексей Киселев. Старт начинает по-хозяйски. Уже на 5-й минуте с передачи Алексея Егорычева Максим Гавриленко открывает счет. А на 11-й минуте Александр Егорычев оформляет вторую голевую. Дмитрий Черных делает счет 2-0. Гости из Казани отыгрывают один мяч после подачи углового, но старт нашел свою игру и поймал Ак-Барс Динамо. После ввода мяча в игру Григорий Липин после сольного прохода выводит Сергея Донадова на удар. И тот точен 3-1. Уже под конец первого тайма Юрий Иванчиков выбрасывает мяч далеко вперед. Три защитника Казани и вратарь не смогли разобраться между собой, и нападающий старт Алексей Киселев, воспользовавшись таким подарком, увеличивает счет 4-1. Была череда поражений. Нам было необходимо сегодня выиграть, чтобы хотя бы вернуться в гонку, хотя бы в плей-офф. Случайность, более спонтанно, случайно, и все. Вратарь с защитниками ошиблись. Все, я что подобрал, забил. Во втором тайме старт забивает 5-й мяч. После подачи углового Анатолий Голубков точно пробивает створ. И игра идет уже в более спокойном темпе. Команда Андрея Бегунова играет по счету и убегает в контратаке. Гости смогли отыграть еще один мяч, но на большее уже не хватило сил. Старт одерживает долгожданную победу и зарабатывает важные 3 очка. Минимум ошибок совершить, максимально хорошо сыграть в обороне. Что-то получалось, что-то нет. Хорошо, использовали ошибки, которые соперник сделал. Мы ими воспользовались. Я в целом доволен ребятами и настроен на игру сегодня. В турнирной таблице положение старта еще поправимое. Команда поднялась на 10-е место и отрыв от заветного 8-го – 5 очков. Правда, впереди игры с лидерами Суперлиги. Выезд по маршруту Иркутск-Хабаровск 10 февраля в 14:00. Старт сыграет с Байкал-Энергией, а 13 февраля в 8 утра с Хабаровским СКА. И только 17 февраля нижегородцы вернутся домой. Будет тяжело, но надежда и болельщиков, и у игроков старта еще есть. Ждем новых побед от нижегородских хоккеистов. Артемий Катков, Алексей Калякин. Время новостей.